Здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем проходить Dreamfall Chapters. Да. Игра очень интересная, игра очень классная. Видимо, в этой серии будет финал, поэтому накладьте покушать, да, пока начало. Можете прям сходить, положите покушать, да. Что вы знаете, как я долго пизжу здесь, да, ой, разговариваю, то есть в начале, поэтому пока я разговариваю, можете пока быстренько сгонять, да, там, покушать и наложить, да. А кто уже наложил, приятного аппетита вам, приятного чаепитика, впить или питья воды, приятного вам просмотра. А мы, собственно, начинаем. Ну как начнем? Продолжаем данное путешествие. И, видимо, это будет последняя серия в данной игре, потому что финал, кто знает, может быть, нет. Вот, но серия будет очень долгой, поэтому надевайте брюки обязательно, да. Саш, поудобнее. При этом еще раз посмотрим, а мы, собственно, продолжаем. О, привет! Глава 11. И крутой же был подъем. Я вообще удивлен, что ты добралась так далеко. Если честно, кто, кстати, не видел прошлой серии, да, там подсказка выскочила, подсказочка, да, в верхнем правом вроде углу, да, вроде вот там вот. Или вот тут вот. Короче, выскочила подсказочка. Можете кликнуть, да, там прошлой серии, и на плейлист тоже есть подсказка. Там, можете самую первую серию посмотреть, будет очень вам более понятнее, что вообще происходит и почему такой исход. Вот, если вы наткнулись, да, случайно на это видео, к примеру. Вот. Да и в описании, если не выскочила подсказочка, можете в описании сразу перейти, там ссылка на плейлист есть, можете сразу с первой серии посмотреть. Самую первую серию посмотреть, данное прохождение полностью этой игры. Вам будет более понятно, я думаю, сам сюжет, и может углубитесь в этот сюжет, да? Дал, что ты оступишься и разобьешься насмерть. Или случится оползень, или одно из этих летающих существ нас атакует. Я очень рад, что у меня есть крылья. Можно долго падать вниз, если ты споткнешься и упадешь. Спасибо, Ворон. Этого больше, чем достаточно. Рад помочь. Для этого я здесь. Тут удобно. Тут здорово. Отсюда открывается отличный вид. Вообще-то не собираешься ли ты слезать с моей головы? Я начинаю чесаться. Ты хочешь, чтобы я слез с твоей головы? Я думал, ты специально хочешь, чтобы я там оставался после того случая с каменным котом. Mm-hmm. Неа. Ну ладно. Так. Куда нам идти? А, ну туда идти. Вороны тоже. А нет, что это вообще? Это растение. Чего себе? Ну красиво, хорошо. Масштабненько довольно-таки. Это уже на что-то похоже. Удивительно, целый город среди облаков. Да. Разве ты не это искала? Знаю, но все же. Увидеть все это своими глазами. Вы люди странные. Кажется, это гнезда уларов, построенные на вершине развалин старого города. Так вот, где живут улары. Эти обнаксусы. Но если улары построили этот каменный город, почему теперь они живут в подвесных хижинках? Что изменилось? Опа, это что там? Ну, видишь, какая тема? Какая тема, смотри, сидит. Видишь? Кажется, это гнезда уларов, построенные на вершине развалин старого города. Пурпурные горы. Нам не сюда, нам туда дальше. Окей. Мы сделали это. Вот и они. Пурпурные горы, улары. Итак. Ага. И что теперь? По правде говоря, я не знаю. Осмотримся. Попробуем найти Обнаксуса и Люкс. Звучит как продуманный план. Заткнись. Бабочка? Есть. Прикольно. Теперь понятно, откуда у них такое название.
О! Эй, один из них снаружи. Может... Нет! Стой! Это как «Путешествие на запад», часть 4, где Гулшан Нагаркар играл Вуканга. Я обожал этот фильм. В основном из-за Гулшана. У меня по всей комнате висит... Кажется, этому Улару любопытно, но он боится. Он теплый на ощупь и... Это карта с северных земель. Она указывает дорогу к облачному пику, к пурпурным горам. Тихо, брат, стой. Брат, стой. Мне надо приближаться осторожно, чтобы он снова не сбежал. Привет. Не волнуйся. Я пришла с миром. Я Зои. Друг. Имя Абнаксуса должно звучать одинаково на всех языках. Скорее всего, он отзовется на свое имя. Или, ну, вы знаете, на название его вида. Ты Улар? Улар. Улар? Я правильно произношу? Как будто я снова вернулась в Париж. Я ищу Абнаксуса. Ты знаешь Абнаксуса? Кажется, ему похуй. Описание того, как выглядит Абнаксус, может помочь. Пальцы были отличительной чертой. Возможно, он узнает пальцы. Я не надеюсь, что у Лары что-то знают о моноклях, но как насчет трости? Трость, паль... Вероятно, он не понимает ни слова из того, что я говорю. Но если Абнаксус говорит с ними так же, как со мной, то, возможно... Может, он меня не услышал? Как наши пальцы были отличительны? Еще у него необыкновенно длинные пальцы. Он мог бы стать великим пианистом. Как насчет... Абнаксус все время ходит с палкой, на которую опирается. Вот так. Вот. Ты знаешь его? Где Абнаксус? Наверху? Это высоко. Не знаю, смогу ли я добраться. Эй, куда ты? Вернись. Дерьмо. Ну, мы хоть узнали. Мы хотя бы узнали, где он, да? Так почему, как, почему он сюда приехал, вернулся? Я не знаю, почему он сюда вообще, как он тут появился? Почему он бросил ту деревню, чешу? Так ты рада, что бросила свое... Чем ты там занимаешься? Нейропрограммирование компьютеров с искусственным интеллектом. Ту хрень. Ты рада, что бросила ту свою хрень ради этой хрени? Ради попыток спасти реальность от разрушения? Да, думаю, я сделала правильный выбор. Когда все это закончится, тебе следует найти нормальную работу. Эта непонятная мне хрень, про которую ты говорила, не похожа на то, чем тебе стоит заниматься. Наверное, ты прав, Уоррен. Так, ладно, let's go. Чё, как нам подниматься сюда? Вот этим лестницам? Ну, видимо, да. А, вот ты где. Как мне... Эй, отпусти меня! О, боже. Сновидец, ты пришла. Вы вообще не упростили мне задачу. Почему бы, не знаю, просто не сказать мне, куда идти и что делать? Соприкасаться с тобой сквозь сны будет словно слепцу искать красную гальку в бурной реке. А так как найти тебя было трудно, то говорить и того труднее. Только обрывки слов выдержат путешествие на ту сторону. Некоторые вещи так и останутся для меня неизвестными и недосказанными. Мы не знаем, где было сердце Люкс. Тебе будет нужно найти его самой. Лишь сновидец мог взять и принести...
Похоже, вы больны? Я исчезал. Я оставался в стороне слишком долго. После того, как мой народ сменил один мир на другой. Это время — яд. Оно меня ослабляет. Скоро моя петля завершится. Слишком поздно для дальнейших путешествий Абнаксуса. Но не слишком поздно для Люкс. Не слишком поздно для сна. Я останусь в стороне ради Люкс. Ради того, чтобы ты нашла свой путь к Люкс. По сравнению с этим, моя жизнь была не столь значима. Отправлять мне таинственные сновидения было бы неплохо узнать об... Улары прячется от меня. Они никому не доверяли. Людей, в частности, они будут бояться. Улары здесь жили с давних, давних времен. Много лет назад у них был бы великолепный город. Но Улары и Йети разделяются, а их города разрушатся. Сейчас и те, и другие защищают сны. Каждый по-своему. Йети были подземными граберами. Улары жили выше облаков и приютили Люкс. Одни служат сну, другие будут служить бессонному, но невольно, рабы темного пламени. Граберы? Где-то я уже это слышала. Так зачем этим Йети служить чему-то, что хочет уничтожить мир? Это было выше моего понимания. Мы попробуем объяснить получше, сновидец. Но Люкс ждет. Время утекает, как песок сквозь пальцы. А вы не могли бы поискать кого-нибудь другого, чтобы они вернули камень душ? Лишь сновидец может встретиться с сестрами. Лишь сновидец может заставить их выслушать. Лишь сновидец мог вернуть сердце Люкс. Камень душ. Лишь двое могли к нему прикасаться. Других сновидцев сейчас нет. Только Зои, только Люкс. Так почему не послать настоящее сообщение вместо смутных видений? Ты была за много миров отсюда. Любое сообщение было бы испорчено. Улары помогут мне спать. Птица была нужна, чтобы найти тебя в тех снах. Это ворон смог меня найти? Птица, связующее звено между мирами. У птицы есть связь с драконом весны. Птица была связана со сновидцем и бескровным королем. В конце своей жизни птица будет связана с девочкой, что ходила между мирами. Это совсем не ответ. Это антиответ. Это хуже, чем ничего. То есть... Птица — это магия. Какая птица? Я прослушал, тут есть магическая птица. Где? Ты вызывал любопытство, пернатый. Так мал, но так велик. Так полон магии. Верно. Конечно, то есть... Правда? Магии? О, да. Ты бы это увидел. Что за дракон весны? Новое создание, что приходит на смену после смерти старых. Душа той, что спасла баланс, переродилась. Та, что спасла. Эйприл? Вы говорите про Эйприл Райан? Что вы имеете в виду под «переродилась»? Эйприл жива? Она будет мертва. Она переродилась. Теперь их две связаны вместе, но порознь. Дракон весны. Девочка, что Ханна ходила ли? Между но мирами. Что, по Ханну говорит? Смертная и бессмертная. Человек и Кин. Они легенда. Так они едины, но вдвоем. Теперь есть две Эйприл, но также она мертва. Все равно не понимаю. Так же, как и я. Я буду знать лишь слова, а не их значение. Это моя точка зрения. Я буду видеть, но никогда не увижу все. Отдельные слова из книги
которых много, много страниц. Это очень помогло. Я здесь не для... Где Люкс? Следуй за мной, сновидец. Улары всегда были защитниками сна. Они дети первого сна. Задолго до этих миров. Задолго до людей и винаров. Они будут оберегать первого сновидца, когда было украдено сердце Люкс. Камень душ. Они защищают Люкс от бессонного. Защищали все от бессонного. Где Люкс потерял ее... его... ее сердце? Волшебник заберет камень душ. Он впускает в себя черное пламя. Он хотел присвоить себе сны. Он пожелает изменить все. Он был и будет опасен. Всегда, в настоящем, прошлом и будущем. А бессонная? Волшебник заключит сделку, и черное пламя войдет в него и поглотит его. Волшебник и есть бессонное. Эй, я помню тебя из своего видения. Привет. Полагаю, он меня не понимает. Улар понял достаточно. Здесь Люкс спит глубоким сном. Что мне теперь делать? Ты узнаешь. Люкс. Я помню его, а ее помню, да, непонятно, Люкс из моего сна. Нихуя. Ты не спишь. Ты у меня в голове. Я могу тебя слышать. Я слышу тебя внутри. Ты говоришь белым пламенем. Я не выдержу. Это очень больно. Спасибо. Ты первый. Ты существовал с самого начала, всего. Я? Нет, я... Как это вообще... Как это возможно? Блять, а хуй смеешься ты нахуй? Да. Я принесла твое... Твое сердце. Камень душ. Что значит, это не... Нокс, ты про Ягу? Я не приносила сестер, я не знала. Они были внутри камня душ, и теперь они здесь, с нами. Так вот оно что, да? Свет, тьма, сон, кошмар. Вместе. Вот зачем мне надо было туда идти, встретиться с ними, чтобы принести их с собой. Так что теперь? Как нам спасти сон? Как нам спасти реальность? Я не могу это сделать. Я же просто... Что сделать? Человек. Всего лишь человек, а ты Бог. Ну или настолько близко к Богу, насколько это возможно. Я к такому не готова. Ты не можешь все взвалить на меня. Я этого не хотела. Я хотела быть нормальной. Я не просила божественного предназначения. Я просто не знала, что делать со своей жизнью. Что будет, если я соглашусь? Кем я стану? Типа воссоединишь, он не типа полноцелая? Что насчет меня? Что со мной станет?
Я понимаю. Конечно, я тебе верю. Как я могу не верить? Ты создал все это. Без сна ничего нет. И никогда не было. Если сновидец перестанет грезить, все исчезнет. Навсегда. Так если ты... Если мы едины, то сон мой. Я его поддерживаю. А потом, когда я уйду, что дальше? Ладно. Ладно. Что ж, нельзя позволить Вселенной умереть, поэтому давай это сделаем. Да, ну не знаю, по мне... Я готова. По мне было бы прикольно, чтобы типа озвучили, да, его? Что он говорит? Либо какие-то, знаешь, какие-то, не знаю, намеки какие-то на это. Ну, конечно, они воссоединяются в одно целое. Ты в порядке, Зои? На мгновение показалось, что выглядело так, будто ты была целиком из света. Ты была невероятно красива. Я в норме. Голова кружится. Я... Теперь мне надо вернуться. Проснуться. По-настоящему. Столкнуться с миром, столкнуться с... Есть вещи, которые... Мне надо все исправить. Мне больше нельзя спать. Хорошо. Можно мне с тобой? Нет, Ворон. Нельзя. Так ты оставляешь меня здесь? Ты будешь в порядке. Спасибо за... За все. Я не думаю, что вернусь. Но с тобой все будет в порядке. Обещаю. Нихуя. Ну, просто отлично. Брошен на произвол судьбы. В приграничных горах. Непостижимой женщиной с особыми силами. Снова. Если бы я не был так взбешен, я был бы очень, очень... Снова? Подавлен. Снова? Знаешь, я так привык быть чьим-то напарником, что вряд ли смогу делать что-то еще. Но чьим напарником я буду? Не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Этому не бывать, здоровяк! Полечу обратно на юг искать того парня Киана. Буду его напарником. Похоже, он из тех парней, что ценят птиц. Снова? Считаешь, мне стоило ей все рассказать? Все, что я видел? Возможно, должен был. Возможно, был неправ, не рассказав, но... Есть только здесь, только сейчас. Больше ничего. Я слеп. Думаю, я присяду, передохну, посплю. Увижу во сне моих давно потерянных дочерей. И надеюсь, что будущее... Все еще будет для всех существовать, когда я стану прахом. Он что-то от нас утаил, но с другой стороны, мне его жалко очень. Жаль. Блять, ждем такое. Так, и... Кадр с первой. Из первой серии. Это все был сон, как я и думал, да? Это все был, в принципе, сон. Блять, она в какой-то ячейке была? Какая-то ячейка видел была?
Что? Блять, что нахуй? Интерлюдия 3. Девочка, что ходит между мирами. Ответ — нет. Тебе нужно знать, о чем просишь, Сага. Я не хочу, чтобы ты снова потерялась. На этот раз я буду осторожнее, обещаю. Это не имеет значения. Я не сниму оковы. Мне 14, папа. Я могу о себе позаботиться. Ей это не помогло. Все дело в ней, да? Я не моя мать. Что бы с ней ни произошло, со мной этого не случится. И откуда ты знаешь? Она говорила то же самое. Не собиралась пропадать, обещала вернуться. Мне стоило лишь оставаться и ждать ее. Это... Подожди, я же дождусь. Я сниму оковы, когда ты подрастешь. А до тех пор ты из этого дома не выйдешь. Это нечестно! Я сижу здесь всю свою жизнь! Сколько еще мы будем? Пока я не узнаю, что она не вернется. Хорошо, пока я не буду уверен. Потому что если мы уйдем, а она вернется... Она пропала. Отпусти ее, папа. Пожалуйста. Я пойду наверх, немного отдохну. Не слушай радио слишком громко. Я спущусь к ужину. Знаете, что мне кажется, на кого она похожа? С меня хватит. На кого она похожа? Я покажу ему, что его оковы меня не остановят. Нужно сначала найти эти оковы. Не так-то это просто, ведь только папа может их видеть. Странно. Обычно папа старается всегда держать свои очки при себе. Я только одолжу их на минутку. Или 12. Ух ты, я вижу первые оковы. Так вот как папа их поддерживает. Магия в его очках. Осторожно. В смысле, разумеется, это ведь отцовская магия. Прости, прости, сильно ушиблась. Все-таки это прикольно. Да, тебе обязательно переносить меня через пару... Да, нам нужно сделать все правильно. Береги голову. Вот мы официально переехали. Добро пожаловать домой, дорогая. У меня болит голова. Дай поцелуй. Где болит? Тут? Это помогает. О, она двигается. Она пинается, Магнус. Вот, дай мне свою руку. Чувствуешь? Она счастлива быть дома. Привет, Сага. Добро пожаловать домой, малышка. Баланс. Так вот, из чего сделаны эти оковы. Из фрагментов прошлого. Воспоминаний. Неудивительно, что они так сильны. Они заряжены мощными эмоциями. Все же некоторые из них могут быть уловками, чтобы не дать так просто разрушить оковы. Мне нужно распутать особые воспоминания, которые связывают оковы между собой. Легкотня. Сага, нет, не рисуй на полу. Ты его испортишь. Этот дом священный. Он живой, как ты и я. Ты никогда не должна причинять вред нашему дому. Пообещаешь, малышка? Нет, обнимашка! Ты убил обнимашку, папа! Это всего лишь его лапка, я его не убил. Магнус, Сага, смотрите, снег! Снег идет! Красота. Первый снегопад в нашем новом доме. Первый из множества первых. Надеюсь, ты вы... Милый, пожалуйста, я не готова фотографироваться. Ну же, дорогая, это наша первая неделя в новом доме. Это... Сколько раз тебе говорить, не суй руки в огонь. Не думаю, что это были Но подходящие посмотри, воспоминания. Мне совсем не будь. Сага, прекрати, мне все равно нельзя. Если бы кто-нибудь увидел, что ты делаешь... Это опасно, ты это понимаешь? Больше никто не должен об этом узнать. Никто. Магнус, Сага, смотрите, снег! Снег идет! Красота. Первый снегопад в нашем новом доме.
Первый из множества первых. Надеюсь, ты вырастешь и полюбишь этот дом сам. Может, стоит выбрать другие воспоминания? Для нашей эти оковы сотканы из воспоминаний. Смотри, самого дома. С тех пор, как его построили, кажется, а мама и папа только поняла. Переехали. Самого дома? Ну, а вот это... Я думаю, вот это... И вот это. Нет, это все неправильно. Да ебаный! Эти оковы о доме. О доме? Оковы о доме. Но вот это 100%. Сага, нет, не рисуй на полу. Ты его испортишь. Этот дом священный. Он живой, как ты и я. Ты никогда не должна причинять вред нашему дому. Пообещаешь, малышка? Магнус, Сага, смотрите, снег! Снег идет! Красота. Первый снегопад в нашем новом доме. Все. Знаете, на кого, мне кажется, это либо вот, блядь, если я прав в этом. Да, сейчас пройдем, я скажу, что я имею в виду. Если я прав, это просто пиздец. Здесь оков больше нету. А здесь? Здесь, скорее всего, есть. Опа. Вон там еще одни оковы. Эти оковы, похоже, очень крепкие. Они поддерживаются остальными. Нужно начать с других. Я всегда ненавидела подвал. Там темно, хоть глаз выколи, странно пахнет. Он полон испарения эфира и пустотных жуков. Не лучшее место для тусовок. Но здесь оков вроде бы больше нету. А где еще, блядь? Вот здесь за дверью. О-о-о. А вот еще одни. Ну, let's go. Дом притянет нас к себе, если мы когда-нибудь заблудимся. Вот для чего он. Уверен, что мы можем ему доверять. Ты сомневаешься в моих способностях? Не хочу снова потерять тебя. Не потеряешь. Выходить безопасно, это. Ты найдешь обратный путь, а мы будем здесь в безопасности. Оба. С нами тремя, когда малыш появится на свет. А, поезд ушел. Мне уже надоело быть беременной. Кстати говоря, я снова голодная. Я сделаю рад. Не стоит. Мы должны заложить его, Магнус. Это опасно. Что если... Я знаю. Заложу, обещаю. Когда мама вернется? Я не знаю, вернется ли она вообще. Но она же где-то там. Думаю, да. А папа знает, что ты здесь? Не думаю, что папа знает. Не волнуйся, это будет нашим маленьким секретом. Эй, тебе что-нибудь привезти в этот раз? Обязательно говорить об этом сейчас. Я завтра ухожу. Не люблю, когда ты уходишь. Ну, ёпта, а можно? Посмотри,
Она спит. О, это так мило! Твоя музыка ее убаюкала, милой. Когда мама вернется? Я не знаю, вернется ли она вообще. Но она же где-то там. Думаю, да. Мне кажется, тут просто, ну, похоже есть. Прямо они говорят. Мне кажется, вот эти три. Не. Нет? Ну, значит... Значит, вот это. Давай попробуем еще раз, Сага. Это оковы утрат. Они используют наши с папой воспоминания о маме перед ее исчезновением, чтобы сплетать оковы. Здесь боль и гнев. Боль и гнев? Эй, тебе что-нибудь привезти в этот раз? Обязательно говорить об этом сейчас. Вот это. Я завтра ухожу. Не люблю, когда ты уходишь. Вот это. Топ-проц. И вот это. Сад. Только почему ее батя владеет магией? Вот это мне вот не очень понятно. А, ну и Ластова у нас, да? Ластова у нас. По идее, должны быть. Она такая идеальная. Я могу глядеть на нее часами. Иногда я просыпаюсь посреди ночи и прихожу сюда, чтобы просто взглянуть на нее. Она идеальна. Ты уходишь сейчас? Тут. Я должна, пока пути все еще здесь. Сейчас они устойчивы, но все может измениться. Я не могу рисковать и ждать еще. Приглядывай за ней ради меня, хорошо? Береги ее. Конечно. Навеки вечно. Обещаю. Иди ко мне. Я люблю тебя. Навеки вечные. И я вернусь. Клянусь на мизинчиках. Что ж, Галат написал, что скоро зайдет. Это хорошо, верно? Мы давно с ним не виделись. Хорошо, я просто... Иногда мне кажется, что он приходит только ради Саги. Ну, он ее крестный, он ее обожает. Просто будь благодарен, что ей есть с кем поговорить, Магнус. Одним звездам известно, как мы, должно быть, ей надоели. Магнус? Почему это называется домашней работой? Я же всегда дома. Что-что? Почему это домашняя работа, если я никуда не хожу? Думаю, ее нужно называть просто работа. А, хороший вопрос. И ты права. Я хочу, чтобы ты прибралась и потом сделала свою работу. Но как я могу нарисовать радугу, если никогда ее не видела? Я не могу нарисовать то, чего никогда не видела. А мне нельзя никуда выходить. Так что я ее и не увижу. В твоих книгах есть картинки с радугой. Это не одно и то же. Я хочу увидеть радугу своими глазами. О, он красно-голубой, прямо как на моем рисунке. Это именно то, что я хотела. Спасибо, папа. Пожалуйста, малышка. Мне кажется, вот это... Я попробую. Вот это. И вот это. Не думаю, что это были подходящие воспоминания. А, вон еще ракета, блядь. Ой. Наземное управление вызывает майора Тома. Кто такой майор Том, папа? А? Я не знаю. Где ты услышала? Я думаю, что он путешественник, который путешествует на Луну, как мама. Не думаю, что мама отправилась на Луну, Сага. Но ты же понимаешь, о чем я. Кто-то, кто путешествует далеко-далеко, чтобы повидать новое. Как... Искатель приключений.
не сработало. Может, стоит выбрать другие воспоминания? Эти оковы сотканы из воспоминаний о моей жизни. Наверное, именно поэтому они самые мощные. Все дело в папином желании защитить меня и держать здесь, в безопасности. В этом доме. Навеки вечные. Вот эти, три прядь, можно сказать. Мне так кажется. Навеки вечные. Ну, либо это, либо шляпа. Нет, это все неправильно. Значит, шляпа. Эти оковы обо мне. Она красивая. Когда я была маленькая, то все время с ней играла. Не. Да ёпта. Эти оковы сотканы из воспоминаний о моей жизни. Наверное, именно поэтому они самые мощные. Все дело в папином желании защитить меня и держать здесь, в безопасности. В этом доме. Навеки вечные. Почему это называется домашней работой? Ну ты 100%. Я же всегда дома. Что-что? Ну как я могу нарисовать радугу, если никогда ее не видела? Я не могу нарисовать то, чего никогда не видела. А мне нельзя никуда выходить. Так что я ее и не увижу. В твоих книгах есть картинки с радугой. Это не одно и то же. Я хочу увидеть радугу своими глазами. О, он красно-голубой, прямо как на моем рисунке. Это именно то, что я хотела. Спасибо, папа. Пожалуйста, малышка. Наземное управление вызывает майора Дома. Кто такой майор Дом, папа? А? Я не знаю, где ты услышала. Нет, сюда. Сюда. Вот и все оковы. А папа все еще спит. Он не обрадуется, когда проснется. Мне нужно успеть отсюда убраться, иначе он может запереть меня в подвале на неделю. Итак, осуждаем, я просто открою портал осуждаем. И... Не получается. Почему не получается? Все оковы исчезли, так что теперь меня держит? Я отдыхаю, Сага. Я спущусь позже. Я больше не играю с кукольным домиком. Знаю, папу это огорчает, но мне уже не 7. Я уже вырос. Бля, как их уже найти под... Понятно. Это тебе, Сага. Он принадлежал моей матери. Держи его у самого сердца и знай, неважно, где я. Я всегда буду помнить о тебе, даже если я... О, малышка, ты не понимаешь ни слова из того, что я говорю, но ты вспомнишь, когда будешь в этом нуждаться. Не позволяй никому и ничему тебя сдерживать. Все миры, все времена в твоем распоряжении. И пока ты его носишь, я найду тебя, обещаю. Спасибо, я люблю тебя. Прощай.
Бля, грустно, пиздец. Сага? Сага? Сага, где ты во имя миров? Сага! Баланс, пожалуйста, нет. Только не ее тоже. Не забирай ее у меня. Молю, не надо. Я не могу снова через это пройти. Не могу. Бля, батька, жалко. Жалко батька. Пожалуйста. Сага. Заметил тут окошко из ее комнаты? В главном меню у нас. Это окошко из ее комнаты в главном меню у нас. Охуеть. Для пятой книги? Сколько тут книг, ебать? Все решения были записаны для пятой книги. Все совершенно действия, принятые в четвертой книге, решения уже существенно повлияли на ход вашего пути. Они запомнятся и определяют течение событий в пятой книге. Вот краткое разложение некоторых принятых вами решений и их возможных будущих последствий. Пятая, блядь, книга, нахуй. А знаете, арестовали Ульвика, потому что... У меня не вышло вернуть механику инструмента. Могу только надеяться, что в дальнейшем он не накажет за мою невнимательность. Ваши решения с третьей книги проявили в четвертой книге и будут продолжать отражаться в финальных главах. Я рассказал Брайану Вестхаус о том, что дело в обители и куда собираюсь. Стоило ли мне это делать? Уверен, что могу ему доверять. Последствия этого решения отразятся в финальной книге. Я не могла позволить Вестхаусу оставаться в обители одному. Мне доверили ключ, и было странно оставить дверь незапертой, но кажется, Брайан это немного вывело себя. Это решение повлияет на события в финальных главах. Я оставил Лиха позади и отправился в Киен в одиночку. Не думаю, что он простит меня, но Шепард была непреклонна. Она хотела, чтобы он остался. Я надеюсь, что он оказался полезен сопротивлению в моем отсутствии. Жизнь находится в балансе, а друзья и союзники выживут или умрут в зависимости от вашего решения. Жизнь находится в балансе, друзья и союзники выживут или умрут. Зависит от вашего решения. Энна была серьезно ранена во время нападения на Анклав, но на Ане была рядом, чтобы исцелить ее раны. Зиит выживет. Судьба Энны тесно связана с на Ане. Ваше решение из второй книги скажется на финальных главах. Я рассказал Яге несколько своих самых темных секретов в обмен на камень душ. А теперь, кажется, их никогда и не было. Словно это были просто сны, которые медленно блекнут. Эти воспоминания останутся с вами или навсегда растворятся в зависимости от ваших решений. Пятая книга получается. Да уж. Книга пятая. Давай мы с тобой на этом закончим. Не финал. Я не знал, что я думаю уже все, финал. Поэтому я сказал, что будет финальная серия, скорее всего. Но нет. Еще не финал, ребята. Поэтому давайте. Спасибо за просмотр вам. Все ссылочки находятся в описании на ваших родных телеграм-каналах. Там инсайт, да? Чтобы вам было удобнее получать уведомления о том, когда выходит видео. В принципе, все, ребята. Вот такая серия была. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Поддержите лайком, подпиской. Вам не сложно, мне прям огромное спасибо, кто это делает. В принципе, все, ребят. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.